Блин, это ужасно. У меня память как у рыбки. Хотел изначально померить тестером, сколько выдает напряжение при регулировке вот этот вот... в общем, вот это устройство регулировки. И забыл. Поэтому сейчас померяем. В общем, вот наш тестер. А вот наша штука. И мы будем мерить. Сейчас он, естественно, выключен. А мотор надо было бы отключить, чтобы он не жужжал точно. Все, мотор я отключил. Он, кстати, слегка нагрелся от большого напряжения. Вот, сколько оно выдает. Пока что нисколько. Включаем. Оно загорелось. Начинаем двигать. И... А почему оно не меряет? Странно. Ну, в общем, все дело в том, что у меня оторвался щуп. Поэтому и так присоединил до щупа проводом. Включаем. И это сразу 1,77. Оно что-то сверху там еще загорается. Добавляем. Ну, как они писали. А самое минимальное 1,67. Добавляем чуть-чуть. 88, 2, 2,48, 2,8. Ну, короче, потихонечку, плавненько, вот можно. Я потихонечку сейчас кручу, кстати. Ну, блин, как же она плавненько добавляет просто так вот. То есть, можно настроить нужную тебе. Нужные тебе обороты. Максимально 12 вольт, 2 ампера. Вот, а сейчас максимум. То, что дает блок, 2,5 где-то. О, а потом опа, и выключаем. Вот, так что, хорошая штука, мне нравится, вот. Такие дела.